Дональд Трамп может предстать перед судом по обвинению в коррупции. Иск против президента США подали два прокурора штата Мэриленд. Они обвиняют Трампа в нарушении антикоррупционного законодательства. Якобы американский президент имеет иностранные доходы, тем самым нарушая конституцию страны. После победы на выборах Трамп обещал передать бизнес в управление сыновьям. Но позже выяснилось, что он до сих пор мониторит финансовое состояние своих активов.